Хорошо, да? Хорошо все-таки у нас в Сочи. В смысле, у нас с вами в Сочи же хорошо. Дорогие друзья и зрители нашего канала, я рад вас приветствовать. С вами ваш покорный слуга Дмитрий Александрович, консультант по подбору недвижимости в городе Сочи. Семья, всем привет! Это Сочи, Краснодарский край. За моей спиной дом, который вы уже неоднократно кто-то видел. Есть еще соседний дом, есть еще стройки, третий дом. Будет еще два дома, которые будут такие же аналогичные у собственника и его сына. В общем, такой коттеджный поселок из пяти домов, три из которых продаются. Более того, вам скажу, два продаются, и у них есть цена. Они почти ничем не отличаются. У этого 4,5 сотки земли, и здесь 4 сотки земли, но есть бассейн. И есть еще стройки дом, который мы сейчас рассматриваем для наших клиентов, с которыми я сюда и приехал. Покупка, да, земельного участка и договор подряда на строительство дома. То есть строю не я, строит застройщик, который построил и эти дома. Вот мы как раз сейчас сюда приехали. Предварительно перед этим поездили, посмотрели в Каштанах кое-что. Я им показал, соответственно, провел экскурсию, в принципе, там по Сочи, по Хосте. И приехали мы сюда. Это у нас улица Оторбекова. Кому нужно, посмотрите просто. Оторбекова улица. Мы находимся в Уч-Дере на улице Оторбекова. Вот, посмотрите. В чем кайф? Кайф в том, что это приватность, это тупиковое место. Сейчас переверну камеру, всем покажу. И кайф в цене, потому что если вы заходите на договоре подряда, если нашим клиентам вдруг не понравится, имейте в виду, что вы можете получить отличный участок и дом по хорошей цене. Я сейчас переверну камеру, все покажу, расскажу вам, а так имейте в виду, что Дмитрий Александрович занимается подбором недвижимости в городе Сочи. Если вы хотите купить по хорошим ценам квартиру от застройщика, например, в любом жилом комплексе, дешевле, чем у самого застройщика, собственно говоря, в шахматке, это вам ко мне. Если вы хотите хорошую вторичку купить с ремонтом или без, дом с ремонтом или без, земельный участок, коммерческое помещение, все что угодно в городе Сочи, я имею в виду из недвижимости, вам ко мне. Ремонты 15 тысяч за метр квадратный на сегодняшний день, это цена предчистового ремонта за квадратный метр уже с премиум материалами, доставка, разгрузка, уборка мусора, все под ключ, все что связано с предчистовым ремонтом. И 8 тысяч рублей за метр квадратный, это чистовой ремонт с вас материалы. На круг получается 23 тысячи рублей. Это самая дешевая цена в городе Сочи и самое отличное качество. Поэтому, пожалуйста, ремонты квартир, домов заказывайте, пожалуйста, в нашей компании. Заказывайте, пожалуйста, мы займемся ими без проблем. Вы получите все фото-видеоотчеты. Естественно, будет предварительное техническое задание, будет смета и будет, конечно же, договор, который вы подпишете лично со мной. Все. А также строительство домов. Вот такие капитальные дома я на сегодняшний день строю, господа, также без проблем. Вы просто покажите мне участок земли. Если у вас нету, мы подберем вам. И, соответственно, по вашему проекту я построю дома. Все ссылочки, так сказать, есть в описании. На сегодняшний день 60 тысяч рублей за метр квадратный строительство капитального монолитного дома. Все. Поэтому теперь переводим камеру и уже давайте вернемся к нашему коттеджному поселку. Он прикольный, он клевый. Я сейчас объясню, чем. И цена у него достаточно приемлемая на сегодняшний день. Она в рынке однозначно. Мы с вами об этом поговорим. Погнали. Так, ну пока мальчики и девочки смотрят. Смотрят все варианты возможные, да? Хорошо, пока наши клиенты как бы общаются напрямую с застройщиком, да, и это очень правильно, чтобы не быть испорченным телефоном, мы никогда, собственно говоря, не препятствуем всем этим моментам, да, на полном доверии все двигаемся. Поэтому так, смотрите, дорогие друзья, пока что обсудим непосредственно два готовых дома. Я так предлагаю это сделать, да, чтобы было понимание. Мы находимся в тупике, да, то есть мы приезжаем оттуда, приезжаем по отлично асфальтированной дороге, вот прям по прямой будет отлично асфальтированная дорога. Отсюда метров, ну не знаю, 200 максимум, и там автобусная остановка. Входит два маршрута, по-моему, 149, 150, еще один коттеджный поселок, там дома из дагестанского камня, но стоят они дороже, и они абсолютно не в конкуренции с нашими масштабными капитальными монолитными постройками. На самом деле это так. Вот, значит, у каждого дома имеется своя парковка на два автомобиля. Вот, допустим, я стал просто посередине, мог бы стать немножко левее. Давайте обратите внимание, я покажу вам. Вот. Вот сюда бы я мог встать, и тогда бы поместилось легко два автомобиля, да, можно два автомобиля и мотоцикл. У каждого дома есть возможность выйти и отдохнуть в своей собственной беседке, да. Тут, естественно, это мангальная зона, беседка, и дальше у нас уже внизу ручей, он внизу. Я вам попозже чуть-чуть покажу на примере того соседнего участка. Он внизу ручей, и уже вы в окружении леса, потрясающей природы. У каждого дома, господа, у нас 15 киловатт света. Вот, поэтому давайте с какого-нибудь начнем. Они, в принципе, здесь, эти два дома, они идентичны, отличаются лишь только немножечко размером участка. Цены были раньше разные, но сейчас мы сравняли. Вот этого, кстати, не будет. Здесь вы видите какую-то теплицу, да, этой теплицы не будет, потому что здесь... О, смотрите, какая красота, господа. Но
Но какова красота, какова красота, какова красота. Давайте, влюбленные, приезжайте, пожалуйста, и покупайте этот дом. Видите, это знак. Это знак. Да, значит, вся история в следующем. Я покажу вам сейчас сразу тот дом, да, вот. Здесь будет рядышком стоять два абсолютно аналогичных дома. Собственник всей этой земли, да, построил эти дома, и здесь у него тоже будет еще два дома. Один дом будет его, и один дом будет его сына. То есть вот, если у кого-то смущает, допустим, теплица, теплицы не будет, здесь будет еще два дома. Здесь у нас, смотрите, 4,5 сотки земли. Давайте все-таки я пройду по кругу, я дом заходить не буду, я лучше в следующий зайду сразу, потому что там уже окна ставлены. Здесь 4,5 сотки земли у нас в этом доме. В соседнем 4, но уже есть бассейн. Вот. Значит, чтобы было понимание, да? Здесь у нас не облагороженная еще территория, да? Я хочу, чтобы у вас немножко было понимание, чтобы вы сделали для себя выводы, что для вас более приемлемо. Земли. Там полсоточки больше, но там есть бассейн. На самом деле, можно договориться с застройщиком, что он и здесь, вот в этом месте, сделает бассейн. Как бы он еще об этом не знает, но я уверен, что можно это сделать и можно договориться. Кстати, вот уже какое-то озеленение, то ли привезли, то ли как бы что-то собираются, как бы, может быть, облагораживать территорию. Давайте тогда зайдем уже вот в этот дом. Мне безумно нравится здесь въездная группа. Она такая, знаете, мощная такая, масштабная. Ну, прикольно, на самом деле, смотрятся все эти выездные ворота, то есть классно. Не жалели бетона, очень капитальные монолитные стены. Которые, ну, реально подпорные стены, которые вокруг участка, и видно, ну, как бы видно, что здесь бетона много, что это все качественно, масштабно. А главное, что место тупиковое. То есть заканчивается это все тупиком. То есть кому, в принципе, достанется вот этот дом, а этот дом, смотрите, сейчас стройка, да? То есть вы, девочки, сейчас покупаете участок и можете, соответственно, по договору подряда вам застройщик может построить дом. Это будет дешевле. Господа, если мои клиенты не купят, то тогда у вас есть возможность. То есть эти дома, два дома, на сегодняшний день мы согласовали цену, еще опустились там на 500 тысяч. И поэтому последняя цена на эти дома 26 миллионов рублей на каждый из этих домов. То ли возьмете 4,5 сотки земли, то ли возьмете 4 сотки земли. И там по 177 квадратных метров дома. Вам они обойдутся в 26 миллионов рублей. Но если вы зайдете на стройку, мы сделаем вам скидку. Мы сделаем вам скидку за счет того, что у вас договор подряда. Но этот, я хочу сказать, дом, тут немножко меньше земли, да, но дом абсолютно такой же, но преимущество от того, что он ближайший к лесу, и там отдельная приватность, и там есть тропиночка, и там есть ручеек и так далее. То есть это интересное очень предложение, очень интересно. Поэтому, если вы заинтересованы, то, пожалуйста, обращайтесь. Будем обсуждать. Здесь можно что-то посадить, я не знаю, можно какую-то небольшую банечку сделать, если вам по кайфу и вам оно нужно. Дополнительно еще здесь парковка на две машины, там на две, здесь на две, гостей у вас много. Здесь у нас бассейн, я его как-то измерял, не помню сколько, 3 на 5, 1, 2, 3, сейчас не помню, 1, 2, 3, 4, ну да, там что-то 5 с копейками. Ну, бассейн достаточно глубокий, то есть все, чаша капитальная, вот вам здесь, пожалуйста, бассейн уже есть, поплавать вы в нем сможете, если противоток поставить, так вообще тем более. У нас здесь с вами с этого дома уже есть вид на море, вокруг у нас заборчик, все аккуратненько, по фасадику ничего не бежит, ничего, вы стоите здесь, смотрите, вы стоите у нас здесь, да, и вот вам вид, горы вокруг до моря, и вид нормальный абсолютно, и на море, и на горы, чтобы было понимание, до моря у нас 2 километра, господа, 300 метров, вот так, ну 2,5 километра считайте, да, у нас до моря, и вот у нас возводится следующий дом, вполне возможно, он будет ваш. Только в том случае, если мои клиенты не захотят, собственно говоря, его покупать. Потому что в данном случае они рассматривают именно его. Вот здесь уже у нас растет газончик, здесь уже посажены туи, здесь уже есть чаша бассейна, здесь уже есть подсветка на доме, и вы уже, там еще этого ничего нет, но вы уже понимаете, как это будет выглядеть, да? Как это будет выглядеть? Выведено, естественно, водоснабжение. Ну, все аккуратненько, чистенько, видите. Здесь уже скрытая ливневочка у нас, водостоки сделаны. Ну, в общем, все в этом плане нормально, абсолютно чистенький, аккуратненький фасад. Хотя дом уже постоял и дал, собственно говоря, усадку, можно заходить на ремонт. Ну, дорогие друзья, вы сами выбираете, кто будет делать ремонт. Тогда я не настаиваю, но если вы захотите, Дмитрий Александрович, это с огромным удовольствием для вас сделать. Вот. В том числе и подключить бассейн. Ну, вот такая вот здесь капитальная дверь. Все-таки в дом я зайду, потому что он на продаже, и нужно это, собственно говоря, понимать.
Смотрите, ну вы сами как бы делаете выводы, что у вас, собственно говоря, где будет, то есть сами какое-то принимаете решение. Ну вот на первом этаже я лично для себя здесь не изолировал бы никакую спальню, хотя это в принципе возможно, я бы оставил просто кухню-гостиную. Ну естественно вы, наверное, ну и санузел соответственно, да, но вы, наверное, может быть как-то по-другому спланируете всю эту историю. Возможность выделить отдельно изолированную спальню либо кабинет, конечно, есть. Что мне нравится? Мне нравятся все эти панорамные окна, мне нравятся три выхода. Выходы к бассейну, выход, соответственно, в эту сторону и выход сюда. И то, что у нас с первого этажа уже открывается, еще раз говорю, потрясающий вид на море. И вокруг у нас здесь горы. К сожалению, прервалась запись. В общем, я говорил, что у нас потрясающий вид на море и вид на горы. Если правильно, грамотно расположить обеденную зону, ну, явно здесь будет кухонная зона, и здесь, соответственно, возможно, обеденная. В общем, будет все хорошо видно. Под лестничном пространстве вы, естественно, спрячете всякого рода хлам, а можно здесь сделать некое техническое помещение. Вот, если вы не захотите его делать, допустим, на улице, у нас капитальные монолитные перекрытия. И на втором этаже спокойненько вы сделаете три спальни. Но если вам не нужно три, можно сделать две. Также у нас здесь большая ванная комната, естественно, как и на первом этаже имеется. Вот, и выходы на балконы, соответственно, у нас на три стороны света. То есть вы можете спокойненько выйти встретить гостей здесь, из этой спальни, да. То есть вы выходите, соответственно, и встречаете здесь нержавеечки будет. Кстати, между прочим, это входит в стоимость, нержавейка, будет здесь перила сделаны, вот, и, соответственно, вот вы, дорогой, ты приехал ко мне на шашлыки, да, я приехал к тебе на шашлыки, Дмитрий Александрович, ну, дорогой, заходи, все, он заходит, и вы, соответственно, там жарите мясо, пьете пиво, водочку и отдыхаете. Вот, это, допустим, спальня номер раз, ну, это понятно, видно и наглядно, и понятно, да, то есть спальня номер соответственно, раз, например, спальня номер два, тоже с выходом на балкон, это к соседям, конечно, и спальня номер три, это уже взрослая, она самая, соответственно, будет большая и интересная. Вот, ну, в общем, здесь вот такой вид, а сюда вы уже выходите. У нас, получается, здесь четыре выхода на балкон. То есть у нас, получается, выход раз, выход два, выход три и еще четвертый выход. Все, это ваша спальня, она такая самая большая, самая комфортная. Если вам нужно столько, такое количество спален, конечно, может быть, вам не нужно. Еще раз говорю, что по всему периметру будет стоять у нас здесь перила из нержавеечки, и они включены в стоимость, господа, и монтаж их в том числе. Вот здесь уже как бы еще лучше виды, даже несмотря на дерево, то есть красота. Отовсюду красота. Вот так вот. Вот, а теперь вернемся к вопросу приватности, да, мы к нему сейчас отдельно вернемся к этому вопросу, и это важно, ну и отсюда видно море в том числе, да. Ну, сами все видите, тишина, я замолчал, перестал болтать, тишина, спокойствие, поют птички, ну, просто все отлично. Еще очередное капитальное монолитное перекрытие. Хороший лестничный подъем, пожалуйста, марш. И мы поднимаемся с вами на эксплуатируемую кровлю, господа. И тут еще вы уже делаете летнюю кухню, ставите джакузи. Выше вас только звезды. И вы опять же здесь вот выставляете какие-то цветочки. Здесь тоже что-то делаете, как-то подключаете, так сказать. Народ в рабочем процессе полностью. Вот, и мы, соответственно, здесь уже. Вот, и мы уже здесь, соответственно, вообще видим шикарную панораму на море. Да не, ну видно очень хорошо, очень классно все. А главное, все это в пешей доступности, все очень близко. По пути у нас, еще раз сказал, я повторяю, 200 метров у нас остановка. Дальше у нас сначала идет Магнит, потом Пятерочка. Это все рядом. То есть, в принципе, все в пешей доступности. Если вы хотите пешком до моря прогуляться, ну, прогуляйтесь, пожалуйста. Ну, можно доехать спокойно. Ну, у нас у местных, знаете как? Вы же знаете, я сам живу в Кыштанах. Раз вы едете, и все, вам говорят. Вы руку подняли, остановились. Мы всегда друг друга местные подвозим. Все, подняли, и вас довезли без проблем. То есть, и автобус, руку поднял, махнул, все, остановился. В общем, все красота. Тишина, спокойствие, милое дело. И вы, самое главное, что в тупиковом месте, в окружении леса, просто благодать. Я все-таки сейчас пройду до конца и вам покажу это дело. Ну, а здесь уже понятно, да, джакузи, все дела, какую-то тоже сюда кухню, барную стойку. Ну, в общем, кайфовать, отдыхать, читать, заряжаться энергией и так далее. Найдете, так сказать, чем себя занять на этой кровле, да?
Как вы можете заметить, в эту стоимость уже входит здесь сделаны штукатурные работы, поэтому ну, немножко это удешевит стоимость ремонта. Светлый, просторный и на самом деле такой максимально тряпочку. Светлый, просторный и максимально полноценный, господа, хай-тек. Ох, сука, питальнейшие двери просто. Вот, полноценный, крутой хай-тек. Так, теперь вернемся к вопросу приватности. И к вопросу строительства дома все-таки. Еще раз говорю, земельный участок, договор подряда, и вы получаете, уже здесь можно что-то, и вы получаете, господа, вот этот дом. Тут будет определенного рода вам скидочка. Скидочка не только от Дмитрия Александровича, но и, соответственно, от застройщика. Вот, преимущество, сразу говорю преимущество, потому что это вообще крайне тупиковый участок. Крайне тупиковый, и уже вот мы сейчас ходим, смотрите, где придомовая территория получается, вот я на ней хожу, и это уже... Земля не ваша, но вы понимаете прекрасно, что мы в окружении леса. Вот этими тропами можно куда-то дойти, господа, то есть там спуститься ниже, там сходить в магазин и так далее. Вот. Мы сейчас мы этого с вами делать не будем, потому что мы все-таки с клиентами. Но вы должны понимать, что вот, собственно говоря, вот эта вот территория. А здесь еще, между прочим, ну, сутки три, наверное, еще дополнительно, да? То есть как бы можно как-то по совместительству с соседями что-то, ну, как-то ее... облагородить, да, то есть вот есть земля, как бы она есть, да, а вот внизу у нас там, опять же, туда мы сейчас не пойдем, внизу у нас там ручей, и если мы, собственно говоря, захотим, то вот там вот внизу, вот там вот где-то внизу, я его как бы вижу, вот там внизу у нас, вот там внизу, за ветвями, вот там внизу у нас ручей, он 100% есть, вот, никакого, так сказать, кваканья, лягушек там, еще какие-то моменты, кроме птения птиц, кроме птения, вот сказала, только я мог, кроме пения птиц, ничто вас здесь не побеспокоит. Все, все отлично, процесс идет полным ходом, застройщик молодец, построил не один объект, поэтому как бы можно наглядно приехать и посмотреть. Я как бы немножечко разбираюсь и хочу сказать, что все максимально капитально. Ну, просто посмотрите, можно было все это вот так не делать и гораздо все это сделать скромнее и сэкономить. Но начиная от самого дорожного полотна бетонного, заканчивая, собственно говоря, вот этими колоннами и подпорными стенами, господа, я хочу вам сказать, что это все качество. И все это качество стоит денег. Стоит денег. Так, пока все в процессе, гости в процессе, все работают. Мы сейчас с вами посмотрим, что у нас здесь, собственно говоря, виды с огорода. Виды с огорода. Слушайте, здесь уже с огорода. Конечно, он находится правее, лучше всего. И здесь, конечно, уже с огорода еще лучше видно уже, получается, и море, и горы. Ну, потому что он находится правее всего. Да? Если мы поднимемся на второй, на третий этаж, там будет просто бомбяо. Бомбяо. Вот, имейте в виду. Вот. Ну что ж, дорогие друзья, покупка недвижимости, ремонты, строительство. Кому интересно, подписывайтесь на социальные сети. Все это есть внизу, собственно говоря, в описании под роликом к данному видео. Я показал своим клиентам сегодня пару вариантов в Каштанах. Ну и вот они рассматривают вариант именно стройки, потому что дали хорошую цену. Вот. Ну посмотрим, что решат. Ну вы имейте в виду. Как я всегда говорю, пока задатка нет, аванса нету, все в продаже. Может быть, кто-то хочет уже готовое. Почему бы и нет? Отличный вариант за такой капитальный дом. Я вас всех обнимаю. Всем желаю счастья, здоровья, любви. Я для вас всегда на связи по любым вопросам. Если вы что-то продаете в Сочи ниже рынка, и нам не стыдно это предложить нашим покупателям, я с огромным удовольствием презентую ваш объект. Не выше рынка, не в рынке, а ниже рынка. Да? Это для меня важно. Поэтому уважаем меня, не тратим лишний раз мое время, только с благими и целевыми намерениями. Но в любом случае, за любой консультацией всегда обращайтесь без проблем. Нет ни одного человека, которому бы я в этом отказал. Всегда для вас 24 часа в сутки на связи. Если вы что-то хотите сдать в аренду и доверить мне свою недвижимость, дом или квартиру, доверительное управление, пожалуйста, набирайте мне также по этому телефону, который вы видите в левом нижнем углу экрана. Я займусь вашим объектом. Вы будете получать либо посуточную, либо помесячную арендную плату. Все техническое обслуживание, непосредственно какой-то текущий ремонт и, собственно говоря, уборку. И все остальные вопросы мы берем на себя.
У нас условия лучше, чем в любом другом агентстве, которое занимается доверительным управлением. Поэтому, если у вас квартира, посудка, аренда, пожалуйста, обращайтесь. Если вы хотите что-то снять в аренду, пожалуйста, также обращайтесь. Ремонт, обращайтесь, строительство, обращайтесь. Ну и самое главное направление мое – это продажа недвижимости. Может быть, вы хотите куда-то инвестировать. Виндом Гранд, Виндом Романда. Может быть, просто хотите себе купить какую-то однокомнатную студию в 200 метрах от моря за какие-то денежки, например, за 9 миллионов рублей. Сейчас есть потрясающий вариант, последняя квартира осталась, и вы хотите с нее вытаскивать по 1 400 000 в год. Пожалуйста, обращайтесь, мы все сделаем в лучшем виде. Хватит с вами рекламы, с вами пиара. Я еще раз вас всех обнимаю. Ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте колокольчик. Я вас всех люблю. С вами был ваш любимый, дорогой Дмитрий Александрович. Семья, всем пока. Я вас обнял. Пока. Думайте сами, решайте сами. Иметь или не иметь. Пока. Иметь или не иметь. Пока.